Гол дагестанского футболиста принес ЦСКА победу в Лиге чемпионов. Нападающий Тимур Жамалетдинов стал первым дагестанцем, которому удалось отличиться в матче Лиги чемпионов. Выходец из Дагестана принес победу своей команде в первой игре главного клубного европейского турнира в нынешнем сезоне против португальской «Бенфики». Матч команд состоялся 12 сентября в Лиссабоне. ЦСКА в ходе встречи пришлось отыграться. Первый гол москвичей забил бразильский легионер Витинья, а второй мяч в стане армейцев на свой счет записал 20-летний Жамалетдинов, поразивший ворота «Бенфики» на 71-й минуте матча.